Почет и уважение за защиту Родины. Участники АТО и переселенцы разбили палаточный городок под зданием облсовета. Власть пытается их выселить из собственных квартир на Успенской, 4. Весной людям отключили воду, а сейчас электричество. Все коммуникации жильцы провели за свой счет. 5 лет проживают в этом доме. Сложность состоит в том, что здание принадлежит области и до сих пор не заключен договор с поставщиками электроэнергии. 5 лет длятся переговоры наши с властью, что мы хотим наши платежи делать законно на расчетный счет, на любой, который нам предоставят. Мы будем оплачивать наши личные деньги, которые выделяются. Целевое назначение, например, для переселенцев, у них идет выделение по статьям на оплату коммунальных услуг. Это целевое назначение переселенческих денег. Эти люди приходят в отделение, допустим, ДТК, да, и оплачивают там 60 тысяч гривен, 130 тысяч гривен оплачивают на счет. Эти деньги им возвращают. Они опять оплачивают, они им опять возвращают. То есть, подчеркивая тем, что нет законных подстав. Чиновники обещали разобраться с вопросом людей в начале следующей недели. Протестующие готовы стоять под облгосадминистрацией круглосуточно. Они подчеркивают, что просто хотят законно оплачивать коммунальные услуги на основании заключенных договоров с поставщиками.